Иссык-Куль. Его протяженность с востока на запад 177 километров. Площадь зеркала 6332 квадратных километра. Максимальная глубина 668 метров. Озеро хранит многие загадки утерянных временем древних городов Суяб, Яр, города Иссык-Куль, Чигу. Иссык-Куль подарил редкую возможность увидеть затмение солнца над ним. Мы с вами в среду уникального храма природы, чьи пределы сохранили и откроют замечательные знаки развития евразиатских цивилизаций от первобытной общины до наших дней. Видимо, поэтому Иссык-Куль, в переводе с киргизского «горячее озеро», издревле несет в своем названии синоним, понятный всем тюркоязычным народам, как «священное», «почитаемое». Пятьдесят лет назад здесь плескалось озеро. Шумел камыш, гнездились утки, гуси, лебеди, журавли. Потом вытоптанные домашними животными участки прибрежной степи преподнесли ряд случайных находок из бронзы и камня. Летом 1986 года в район Тюбского залива со старинным названием Хуке-Кулусунь прибыла археологическая экспедиция Владимира Макрынина, Академии наук Киргизской ССР. Археологи провели раскопку каменных оснований двух курганов сакской эпохи 5-3 тысячелетия до нашей эры. Кроме скелета охотничьей собаки, эти курганы, разграбленные до того, как скрылись под волнами Иссык-Куля, ничего не дали. Третий курган остался недоступным. На втором участке Тюбского залива работала группа подводных археологов, руководитель Станислав Прапор. Первые же дни поисков преподнесли подводникам серию предметов из керамики. Нашли боковину котла, днище сосуда. Интерес вызвал глиняный котел для варки пищи. В последующие дни подводная археология Иссык-Куля стала приносить со дна озера совершенно неожиданные предметы материальной культуры сакаусуньской эпохи 1-8 веков до нашей эры. Большой удачей, открытием для ученых, стали бронзовые литники и куски заготовок. Серповидные ножи, части украшения. Они доказывают о высокоразвитом литейном производстве крупного поселения, скрытого под водой. Костяной амулет или игла для сетей. Иссык-Куль ставил очередной вопрос перед археологами. А эта бронзовая гирька, оказывается, грозный кистень эпохи монгольского нашествия. Рядом навершие каменной булавы или груз для сетей саков или усуней. Перед нашими глазами прошли многие детали жизни целых эпох. Перемешав их по собственной воле, Иссык-Куль дарил одно открытие за другим, тасуя главы эпох по велению спадов и подъемов ритма своей жизни, и помог отодвинуть историю своих народов на тысячи лет древнее. Обратимся к истории самого Иссык-Куля.
В XI веке уроженец этих мест, ученый Махмуд Кашгари, изобразил Иссык-Куль в центре, на своей карте мира рядом с городом Барсхан. На каталонской карте 1375 года мы видим Иссык-Куль с монастырем армян Несториан. Возможно, он находился на берегу Тюбского залива. Потом европейские карты Средней Азии украсило белое пятно неведения под общим названием Тартария. В 1724 году посол Петра I Иван Унковский составил точное изображение Иссык-Куля с прилегающими районами Киргизии. Иссык-Куль на карте Туркестана 1831 года. 1856 год. Казахский ученый Чокан Валиханов иссык-кульскими дневниками открыл время блестящих исследований географии озера, этногенеза фольклора киргизского народа. Летописцы Иссык-Куля в разное время пишут. В 12 фарсах к югу от ущелья находился город Яр, который мог выставить 3000 воинов. На северном берегу Иссык-Куля, во владениях Джикелей, на границе с владением Карлуков, находился большой торговый город Сикуль. Мне часто приходилось слышать от киргиз предание, что будто бы на месте, где теперь озеро, был некогда город. Наконец, после затяжной зимы, Иссык-Куль открыл сезон 1987 года. И снова поля разбитой керамики и каменных орудий Иссык-Кульской Атлантиды. Поиск бронзы ведет Виктор Волчанский. Другая группа во главе с Анатолием Блаватским начала работу в следующем квадрате. Они обнаружили этот сосуд, похожий на греческий пифос. Этот бронзовый котел – кульминация ценнейших находок сахской и усунской эпохи от 6 до 3 тысячелетия до нашей эры. 2 года археологи проверяли эту догадку. Но громадное количество предметов, рассеянных в одном квадрате Тюбского залива, указывает на район, где, возможно, находился именно город Чигу, известный как столица Усуней. Время создания бронзового казана сакских мастеров, руководитель экспедиции Владимир Макрынин и Сергей Григорьевич Клешторный, определили 5 веком до нашей эры. О превосходном мастерстве литейщиков, ювелиров, гончаров, говорит эта коллекция щедрого Иссык-Куля. Другая выдающаяся находка сезона – деталь конской узды из бронзы. Янтарная пуговка, бронзовая пряжка сакского типа, амулет в виде солярного знака. Наконечник стрелы с раздвоенной втулкой. И время бед без сказов видим мы. В западных и восточных пределах Великого пояса степей Евразии в курганах были обнаружены сходные предметы вооружения, конской упряжи, ювелирные изделия, выполненные в скифском зверином стиле. Область расселения саков-скифов в Средней Азии с территории Тяньшаня, Северной Киргизии, включала и районы юго-востока Казахстана. Раскопки кургана Иссык казахских ученых Нурмухамедова и Акишева показали удивительную схожесть находок с бронзовыми украшениями Барсхонского кургана на Иссык-Куле. Искусство сакских мастеров поражает динамикой и неожиданным ракурсом видения. Жертвенный стол из бронзы. Курильницы с берегов Иссык-Куля.
индийская бусинка, найденная недавно в Чубском заливе, часть конской сбруи, говорит о тесных торговых связях сопредельных стран. Древние города Иссык-Куля, Тонг и Барсхан до сих пор находятся на берегу. Загадкой было исчезновение города Чигу, ставки Усуней, сменивших сахские племена. На карте Бичурина 1851 года город Чигу отмечен в юго-восточном районе Иссык-Куля. Эти данные опять подводят нас к району Тюбского залива. По каплям, по песчинке многими тысячелетиями Иссык-Куль складывал свою оригинальную природную и культурную историческую сферу. Это и загадочный комплекс миллиона камней Санташа. Исакские курганы северного, южного берега. Но чудовищный удар бездуховности вдруг сметает с лица земли то, что собрано всем миром руками таких же, как мы, людей, еще в третьем веке до нашей эры. Ради десятка тюков сена курортный район Джитугуза потерял уникальный исторический ландшафт. Больше никто никогда таких степных пирамид не возведет. Двадцать восемь лет назад этот полуостров был едва видимым островком. Здесь находится историко-археологический памятник XIV века, называемый Дворцом Тимура. Отсюда в 1959 году начиналась подводная археология Иссык-Куля. Судя по остаткам кирпичной кладки, глазури для облицовки стен, мощному фундаменту, можно представить остатки богатого по архитектуре сооружения. Дворец, как видно из-под воды, еще до повышения уровня озера стоял на краю отвесного холма, возвышаясь над заливом. Забытый и никем не охраняемый, он почти весь разобран туристами на сувениры и хозяйственные постройки местных жителей. Так мы теряем еще один легендарный объект, нужный будущему Иссык-Кулю. Древнетюркские изваяния 7-10 веков срывают с мест. Ловкие провинциальные эстеты украшают ими пансионаты, личные гаражи, столовые. 10-12 век. Крепость Торткуль и другие памятники эпохи караханидов становятся загоном для скота. Глиняным карьером идут под распашку. Ничего хорошего не ждут от нашей косности и бездушия. Это редчайшая древняя доменная печь и рудный двор той эпохи, когда Иссык-Куль называли Темиртунор, железное озеро. Автографы наших современников украсили всеми почитаемый камень с буддийской надписью «Ом Мани Падме Хум». Этот памятник в честь озера поставлен тибетскими паломниками в 8 веке. Последнее понижение Иссык-Куля идет вследствие повышения снежной линии в более сухом континентальном климате и не вознаграждает количество воды, теряемое испарением. В 1857 году Семенов Тяньшанский первым дал правильные научные сведения по географии, геологии, ботанике, населении Иссык-Кульской области.
и поставил его основную проблему. Профессор Шнитников теорией биосферного цикла предсказал, что падение уровня Эссык-Куля будет идти тысячелетия. Нетрудно представить, что станет с озером не через тысячи лет, а на рубеже 21-го столетия, если помогать стабилизации его биосферы такими зловонными стоками. Горы химических удобрений, забытых вблизи акватории озера, несут гибель всему живому там, где мы с вами вели поиск города Чигу. От загрязнения, говорят, первым гибнет судак. Нарушение экологии Эссык-Куля остается и на совести ученых, запустивших в озеро сиванскую форель и судака, ставших прожорливыми хищниками. Мы подошли к пределу, когда эссык-кульской рыбы османа и чебака хватает только для выставки достижений народного хозяйства. Скуден улов ихтиологов. Никакая аэробика уже не поможет получить икру от полуживой самки сазана. Опасность для жизни еще не проклюнувшихся мальков рядом. Часть гибнет от стоков из ферм, часть гибнет в пасти судака и форели. До сих пор не выполняется целый ряд постановлений правительства республики о переносе ферм, о создании очистных сооружений. Объявив без должной подготовки озера всесоюзной здравницей, мы породили бум ведомственного строительства пансионатов. Этот дикий самострой вышел из-под контроля, поделив озеро на свои участки. Забыты все особые правила рекреации и природопользования биологических возможностей Эссык-Куля. Альтернатива – озеру нужен один хозяин. Стыдно, что эти сувениры взяты нами с глубины 20 метров. Озеро, чьей чистой, прозрачной, целебной водой мы гордимся. И появилась надежда, что водный гиацинт, внедренный в систему биотехнологии по очистке вредоносных стоков, при элементарном уходе за ним поможет решить одну из проблем Эссык-Куля. Историк Мухаммед Хайдар писал в 16 веке: «Вся вода, текущая в Эссык-Куль, пресна и приятна на вкус». В один день мы сняли верхнее течение реки Чонг-Ахсу. На нижнем участке воду реки разобрали по полям. Всю воду на поля. Такое происходит ежегодно с десятком больших и малых рек Эссык-Куля. Лишая Эссык-Куль воды, еще мы забыли, что прекрасные урожаи садов и полей имеем благодаря особо благоприятным климатическим условиям, созданным Эссык-Кулем. Трудно поверить, что 45% своей воды Эссык-Куль получает за счет подземных истоков, когда мы вскрыли десятки артерий и пускаем на воздух драгоценную воду. Загрязнение атмосферы с общим парниковым эффектом привели к быстрому таянию снегов, исчезновению льда малых и средних ледников озера. Уничтожение лесов Тяньшанской ели, арчи, ведет к обмелению и высыханию рек озерного бассейна.
Круг проблем озера замкнул пресс экономической гонки. Он привел к чрезмерному увеличению поголовья скота. А бессистемный выпас овец съел и вытаптывает альпийские луга и заповедники, лишенные заботы и охраны. Наступает эрозия, гибнет лес, а мы распахиваем пляжи, высаживаем на них деревья, чуждые природе и пейзажам Иссык-Куля. Мыс Харабулун стал природной лабораторией Тяньшанской физико-географической станции. Здесь за период постоянных наблюдений 1927 по 1987 год уровень Иссык-Куля упал на 3 метра. Хорошо видно, что отступая, озеро обнажает так называемую голоценовую террасу. По ней, как по годовым кольцам, можно определить время и скорость ухода озера. Комплекс исследований, проводимый учеными по гидродинамике береговых процессов озера, с учетом исторических данных, показал, за 162 года озеро в районе Харабулуна ушло на 2 километра 300 метров. С группой аквалангистов Юрия Селиванова, изучая состав донных отложений, ученые держат в поле зрения целый ряд природных факторов. Они несут ценную информацию о жизни озера для анализа и прогнозов периода снижения уровня. С помощью глины, песка и подводных течений фантазия Иссык-Куля создает эти причудливые вазы, пепельницы, называемые этификатами. Озероведы с гидрометеорологами пришли к выводам, что общая сумма воды, получаемой озером от рек вместе с осадками, оказалась меньше той воды, которую озеро теряет за счет потерь на хозяйственные нужды и влаги, испаряемой со всей поверхности. Выходит, что этот дефицит воды определяет падение уровня Иссык-Куля, которое по теории биосферного цикла может продолжаться тысячелетия. Один из прогнозов ученых говорит, что такая регрессия приведет к экологической катастрофе. Ждать дольше 2000 года нельзя. Надо искать воду для Иссык-Куля. В качестве экстренной помощи озеру Казахская и Киргизская республики решили перебросить часть стока реки Харкара каналом через реку Тюб в Иссык-Куль. Но строительство канала, начатое трестом Иссык-Куль-Водстрой в 1982 году, остановилось на отметке 10 километров. Всего лишь 17 километров канала по древнему руслу, которым когда-то Хархара несла свои воды Иссык-Кулю, не могут построить в течение 5 лет. Без воспитания высокой духовности общей культуры мы не сможем помочь ни Иссык-Кулю, ни вообще природе.
Надо признать, что мы стоим или уже перешагнули критическую границу терпимости биосферы Иссык-Куля. Нельзя жить только господством над природой, только эксплуатацией природы. Пора понять всем нам, что вся экосистема озера тесно взаимосвязана. Нарушение одного звена ведет к оскудению или гибели других звеньев среды обитания. Иссык-Куль сохранил и принес нам мудрые традиции жизни, учит прекрасному. Пойдем же с миром в чудесный храм природы, наполним это пустое русло к нему не спорами бумажных забот, а помощью реальных дел, чтобы остаться достойными благодарной памяти Иссык-Куля, сохранив и оставив его будущему.